Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе «Восстание машин. Фантастика или реальная угроза?» Лидеры мировой индустрии IT-технологий подписали свод правил для создания искусственного интеллекта. Чего боятся ученые и какую угрозу несут человечеству новые разработки? Человечеству нужно задать вопрос, зачем мы делаем этих роботов? В помощь себе или чтобы уничтожить друг друга? Заселение Марса планируется на 2028 год. Кто отправит нас на Красную планету? Что ждет первых поселенцев? И почему человечество так тянет к четвертой планете от Солнца? На Марсе у нас действительно развивалась жизнь на базе одной каких-то единых протоклеток. 100 лет бедствий для матушки России. Почему предсказания Григория Распутина прятали в секретных архивах и отказывались в них верить? Когда истекает срок проклятия монаха-дьявола? За его смерть в течение 25 лет русские люди будут прокляты. Древние люди умели летать. Какие артефакты помогли создать инженерам современные истребители? Почему наши предки знали о полетах больше нас? Он был нацелен на сверхзвуковые скорости. Это специалисты легко увидят это в самой форме. Шокирующая гипотеза австралийских биологов. Жизнь зародилась не в океане. Где на самом деле находится колыбель жизни? И какие новые факты изменят взгляд ученых на нашу Вселенную? Если жизнь на Земле смогла зародиться на столь раннем этапе ее развития, то подобный сценарий вполне мог случиться и на любой другой планете Солнечной системы. Удивительные открытия исследователей. Теория полой Земли. Что скрывают от нас недра планеты? И почему то, что невозможно на Земле, может осуществиться на Марсе? Именно в этих туннелях находятся какие-то представители другой формы жизни. Эксклюзивное видео закрытых подземелий Храмовой горы. Как российский исследователь смогла проникнуть на запретную территорию? И какие секреты открыли ученому хранители тайн древнего Иерусалима? Пророк Захарий сказал, что Мессия пришел именно отсюда. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Лидеры мировой индустрии компьютерных технологий подписали закон о контроле над суперкомпьютером. Илон Маск, Стивен Хокинг и сотни других исследователей и IT-экспертов составили список из 23 принципов, которых стоит придерживаться при разработке суперразума. Зачем создателям искусственного интеллекта понадобились жесткие рамки? Чего боятся ученые? Неужели нам действительно грозит восстание машин, и апокалипсис из фантастических боевиков станет реальностью? В современном мире основная угроза для рынка труда – это вовсе не миграция, кризисы или локальные конфликты. Главная опасность для человека – роботы. В ближайшие 20 лет они могут оставить без работы половину населения Земли. Автоматизация заводов и фабрик уже лишила многих рабочих их прежнего заработка. Теперь настал черед для представителей других профессий. Есть уже телепатические шлемы, с помощью которых могут общаться военнослужащие на поле боя, не прибегая к каким-то средствам радиоэлектроники. В ближайшие годы в Японии полностью исчезнут традиционные фермерские хозяйства. Их уже заменяют на робофермы, где на полях пашут специально обученные машины. Причины очевидны. Роботы трудятся без перерыва, не выходят на больничный, и им не нужна зарплата. Машины уже сейчас многое делают намного лучше людей. И есть сферы человеческой деятельности, в которой мы не можем обойтись без машины. Многие футурологи говорят, что через пару десятилетий сюжеты фантастических фильмов про киборгов станут одним из вероятных сценариев нашей повседневной жизни. Ученые из Китая уже прилагают к этому все усилия. Они создали устойчивые капли жидкого металла, которые послужат основой для роботов нового типа, напоминающих жидкого терминатора из всем известного кино. Человечеству нужно задать вопрос, зачем мы делаем этих роботов? В помощь себе или чтобы уничтожить друг друга?
Если для второго, то создать терминатора, который задался бы целью уничтожить людей, проще простого. Полагаю, он уже существует. Анализируя данные о развитии высоких технологий, специалисты делают неутешительный прогноз. В интеллектуальной схватке умные машины не оставят людям практически никаких шансов. Самое удивительное, что в ближайшее время машины не только научатся создавать себе подобных, но и начнут эволюционировать. Специалисты Кембриджского университета уже изобрели робота, способного на нечто подобное. То, что казалось нам фантастикой каких-то 50-70 лет назад, сегодня уже обыденность. Возможно, мы доживем до того момента, когда роботы начнут самостоятельно размножаться. Почему нет, если их эволюция идет семимильными шагами? Может ли случиться так, что человеческое изобретение, роботы, в конечном счете вытеснят или уничтожат своих создателей? Подобные теории пока еще кажутся фантастикой. Впрочем, фантазии писателей прошлого уже стали реальностью. И теперь, чтобы успешно конкурировать с роботами, человечеству придется совершить стремительный эволюционный рывок. Не исключено, что мы и сами можем превратиться в киборгов. В общем-то, особенно настораживает, что это не просто очередной этап, а то, что он каким-то образом может быть завершающим в развитии человека как биологического вида Homo sapiens. Это нужно ограничить, нужно запретить там какие-то исследования в том области, чтобы никак, не дай бог, чтобы человек не трансформировался. Первые шаги в этой области наука уже делает. Суть предложения состоит в том, чтобы пересаживать мозг человека в новое бионическое тело. Подобные тела, по прогнозу ученого, станут реальностью уже в середине нынешнего века. Далее в программе. Кто проклял Россию? За что и когда проклятие потеряет свою силу? Какие беды предрек нашей стране Григорий Распутин? И что из предсказанного монахом уже сбылось, а что ждет нас впереди? Два демона, западный и восточный, они будут бороться за мировую власть. Прототип современного истребителя нашли в египетской гробнице. На каких аппаратах летали египтяне и куда делись древние самолеты? Кто помог великой цивилизации покорить небо? На них летала только высшая знать. Брахманы, полубоги, высшее просвещенное сословие. Где находится колыбель жизни? Новая гипотеза ученых опровергает официальную версию о зарождении жизни в океане. Как это открытие повлияет на развитие современной науки? Вполне допустимо, что мы не одиноки во Вселенной. Теорию полой Земли проверят на Марсе. Почему то, что на Земле называют абсурдом, на Красной планете будет в порядке вещей? Что скрывают от нас ученые? Там можно ходить только даже не на коленках, а чуть ли не ползти в этом городе. Запретная зона Храмовой горы Иерусалима глазами российских ученых. Эксклюзивное видео исследователя Шелли Винской. Какие тайны скрывают подземелья христианских святынь? Пророк Захарий сказал, что Мессия пришел именно отсюда. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Мы не одиноки во Вселенной. Впервые в истории это официально подтвердили астрофизики НАСА. Агентство объявило, что за пределами Солнечной системы есть планеты, схожие с нашей по массе и размерам. По мнению ученых, они, возможно, обитаемы. Это Солнечная система. Она сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад. Вот наша планета Земля. От небесных тел других систем нас отделяет расстояние в 40 тысяч световых лет. Это тысячи земных лет в пути. Однако новейшие исследования доказывают, что жизнь есть и гораздо ближе. И главное, убедимся мы в этом уже совсем скоро. Впервые владелец частной космической компании Илон Маск рассказывает о готовящейся колонизации Марса. Мы собираемся отправить вас на Марс. Мы хотим построить там город. И даже объявляет дату первого космического старта. Это будет 2024 год. Билеты уже проданы. И
И вот документальное подтверждение серьезности намерений. Основной модуль ракеты-носителя совершает вертикальную посадку в легендарном космическом центре Кеннеди во Флориде, откуда в свое время стартовал корабль, впервые доставивший астронавтов на Луну. И кажется, вот оно, торжество технологий и мечтаний фантастов. Обитаемый Марс, новый дом для человечества. Но не станет ли это путешествие в один конец началом гибели нашей планеты? Как это было когда-то в древности, когда Земля была просто сожжена неизвестным оружием из космоса? Марс — наш ближайший сосед в Солнечной системе. Он вполне мог бы быть двойником Земли. 4 миллиарда лет назад у планеты была толстая воздушная атмосфера, а часть поверхности Марса покрывал океан воды. Теперь это безжизненная пустыня. Если земные космонавты не погибнут при жесткой посадке, их ждет солнечная радиация, скудный запас кислорода, воды и пищи. Невозможно поверить, что эта планета была когда-то обитаемой. Однако новые факты упрямо утверждают, здесь жила воинственная раса. Марс называют красной планетой из-за большого содержания ржавчины в грунте. Именно она придает поверхности характерный красный цвет. Но откуда на планете, где нет источников ни воды, ни железа, появилась ржавчина? 2012 год. На этих кадрах марсоход НАСА совершает посадку на поверхность Красной планеты. С тех пор аппарат переслал на Землю более 1000 снимков, часть из которых оказалась поистине сенсационными. Кости доисторических животных, шлем воина, скелет динозавра, пирамида, очень похожая на египетскую, и даже сфинкс с гигантским человеческим лицом. И это далеко не все находки. 2 ноября 2016 года ученые обнаружили на Марсе шар из железа и никеля искусственного происхождения. Точно такие же шары находили на Земле. На Марсе у нас действительно развивалась жизнь на базе одной каких-то единых протоклеток. Потом анализ климатических, вот, катастрофических климатических явлений. Много признаков каких-то ядерных взрывов. Получается, на Марсе не просто была жизнь. Древние марсиане поддерживали связь с нашей планетой. Но что стало причиной гибели двупланетной цивилизации и почему именно нам, жителям Земли, удалось выжить? Многие миллионы лет назад в Солнечной системе было не 9, а 10 планет, и после Марса пятая планета была планета Фаэтон, которая по каким-то причинам раскололась. То, что мы получили сейчас кольцо астероидов, как обломки от этой планеты. Марс перешел на свою сегодняшнюю орбиту, то есть чуть ближе к Солнцу. Получается, что мгновенная гибель марсиан – это последствия взрыва соседа Марса, планеты Фаэтон. Это его обломки при столкновении с Марсом уничтожили жизнь на всей планете, изменили ее магнитное поле и превратили некогда цветущий оазис в непригодную для жизни пустыню. Но почему Фаэтон вдруг неожиданно взорвался? Древние греки считали Фаэтона сыном бога Солнца. Выпросив у отца его боевую колесницу, гордый Фаэтон огненным метеором полетел по Солнечной системе. Но не сумев совладать с мощным оружием, он поджег Землю. Боги убили гордеца, чтобы спасти нашу планету. Но что, если этот миф повествует о реальных событиях? Едва не испепелившие нашу планету взрывы и уничтожение Фаэтона были междоусобной войной, которая уничтожила расу наших предков. Эти атомные взрывы вызвали ту самую необъяснимую смену климатических поясов на нашей планете. Уничтожение Фаэтона и гибель жизни на Марсе стали началом новой эры и на планете Земля. Сумевшие выжить положили начало новой цивилизации. И теперь, тысячи лет спустя, современное человечество по какому-то неведомому зову крови стремится воскресить прошлое и вернуть двупланетную цивилизацию, жизнь на Марсе.
Причем снова с помощью ядерного оружия. Но можно превратить Марс в планету, похожую на Землю. Быстрый способ взорвать термоядерные бомбы над его полюсами. Вы суперзлодей. Миллиардер предлагает разогреть атмосферу Марса с помощью ядерной бомбардировки. То, что погубило все живое на Красной планете, позволит вернуть ей человеческие условия жизни. Так что же, сделаем Марс снова великим. 2017 год. 100 лет со дня Октябрьской революции. Я убежден, предотвратить ее мог всего лишь один человек, одним движением бороды, и это был не царь. При жизни его называли то святым, то чертом. После убийства одни обвиняли его в половом гипнотизме и сексуальной распущенности, другие считали, что он был пророком и хранителем монархии. Меня не оставляет вопрос, а что, если бы последнее покушение на его жизнь провалилось? Я вам ручаюсь, тогда вся история 20 века пошла бы иначе. На улицах будут лежать горы трупов, реки наполнятся кровью, на Петербург опустится тьма. Когда его имя будет изменено, тогда закончится империя. Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов. Кто мог с такой дьявольской точностью предсказать события 1917 года? Григорий Распутин, провидец, сумевший заглянуть в будущее на 100 лет вперед. Целитель, обладавший мощнейшими экстрасенсорными способностями. Человек, который, если верить легенде, наложил на Россию проклятие, разрушительную силу которого мы испытываем до сих пор. Его пророческие вот такие вот предсказания, они основывались во многом не просто на том, что он там ясновидением обладал каким-то, да, или экстрасенсорными способностями. Он, надо понимать, что этот человек был обучен, что он обладал большим количеством знаний. Одни считали его святым, другие – хитрым мошенником и циничным развратником. Третьи называли монахом-дьяволом. Но даже недруги признавали его необычайную силу. Иначе как бы ему удалось забрать власть в стране в свои руки? Одним он был, так скажем, мил, потому что они видели, что он целительное воздействие оказывает на царскую семью. Другие же, наоборот, видели в нем фигуру демоническую, которая пользуется колдовскими методами и негативно-разрушительно влияет на царскую семью. Соответственно, как бы вот две позиции как таковые. Поэтому его и называли святым чертом. Полуграмотный мужик из самых низов пользовался неограниченным влиянием на царскую семью. Только он умел лечить тяжелую болезнь, которой страдал цесаревич Алексей – гемофилию. Старец раздавал советы по внутренней и внешней политике, назначал министров. Его ненавидели многие. Он это знал и предвидел свое убийство. В 1916 году, всего за месяц до гибели, он написал: «Если же мою кровь прольют бояре и дворяне, то братья восстанут против братьев. Если же убийство совершат твои родственники, государь, то ни один из царской семьи не проживет больше 2 лет». Он предсказывает о том, что если он погибнет от рук аристократов, а так и произошло, от рук Юсупова, и, соответственно, тогда династия будет уничтожена, и за его смерть в течение 25 лет русские люди будут прокляты. Во дворце Юсуповых в Петрограде и был обнаружен изувеченный до неузнаваемости труп старца. Убийцы убедились в его нечеловеческой силе. Распутина сначала отравили пирожными, потом расстреляли в упор, после чего сбросили в Неву. Но даже в ледяной воде монах-дьявол еще около получаса оставался жив. Прошло 2 месяца, и пророчество старца стало сбываться. В феврале рухнула империя, а в октябре начались такие события, что о проклятии старца совсем забыли. Не до того было. И лишь годы спустя оказалось, что бумаги с его предсказаниями и страшным проклятием в адрес убийц и собственной страны хранятся и даже изучаются в тайных архивах спецслужб.
11 листов пророчеств, и каждая строчка – уникальное предвидение, объяснить которое невозможно. Большевистская революция и гражданская война. Расстрел царской семьи и горы убиенных. Появление Гитлера и Вторая мировая война. И даже освоение космоса. Распутин не ошибся ни разу. Распутин упоминает, что два демона, западный и восточный, они будут бороться за мировую власть. Западный демон уничтожит восточного, а потом сам ослабеет. И тогда люди вернутся к Богу, и тогда Россия, так скажем, да, станет оплотом для всех народов. Много пророчеств о России, что ей больше всего досталось, соответственно, ну, страданий. Следовательно, она больше всего и награду получит. Многие из его пророчеств мы начинаем понимать только сейчас. По всему миру будут построены башни. Они будут замками смерти. Иные из замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит небо и землю на 7 поколений. Указывалась и дата этого страшного предсказания – 2011 год. Неужели кто-то мог с такой дьявольской точностью предсказать апокалипсис на Фукусиме? Другие пророчества еще ждут своего часа. Вы будете ежедневно видеть насилие на пороге своего дома, поскольку человек вновь станет зверьем и, как все звери, будет нападать или подвергаться нападению. Есть и еще одно предсказание Распутина. Оно объясняет, почему его бумаги хранились в закрытых архивах. Старец знал, что и Советская империя тоже рухнет. Потому что проклятие – это цареубийство. Вот этот режим просуществовал как раз, вот как и предсказал, 3x25. Вот. У него в пророчестве ключевое 25. Соответственно, 75 лет просуществовал режим, и разрушился вот этот богоборческий режим, вот этот сатанинский режим. Последнее проклятие старца Григория Распутина, самого известного русского человека за границей, гласило: «Будет позор и срам русской земли, мор, нищета, поруганные храмы, святыни оплеванные, где каждый станет мертвецом. И лишь 100 лет спустя смоется вся кровь, и чистая Россия сможет опять пойти праведным путем». Далее в программе. Жизнь зародилась не в океане. Почему австралийские ученые не согласны с официальной наукой? Как новая гипотеза отразится на изучении космоса? И где находится колыбель зарождения жизни на самом деле? В каком-нибудь вулканическом озере, где много вот этих аминокислот. Есть ли жизнь под землей? Теорию полой планеты подтверждают марсианские исследования. Что скрывается под нашими ногами? И кто обитает в темных подземельях на самом деле? Именно в этих туннелях находятся какие-то представители другой формы жизни. Эксклюзивное видео. Самая закрытая зона Иерусалима глазами российских ученых. Что находится под Храмовой горой? И какие сокровища прячут в подземельях храма гроба Господня? Пророк Захарий сказал, что Мессия пришел именно отсюда. В эфире «Загадки человечества». Смотрите через минуту. Это обычный бумажный самолетик, сделанный из тетрадного листка. Мало кто знает, что этой игрушке меньше 100 лет. Считается, что впервые в 1930 году его сложил Джон Нортроп, американский авиационный инженер, один из создателей и руководитель проекта тяжелого ночного истребителя P-61 Black Widow, в переводе с английского «Черная вдова». А вот это так называемая сакарская птица из гробницы фараона. Официальная историческая наука полагает, что в древности люди не знали о летательных аппаратах. Но тогда откуда? Среди древнейших находок 2-3 тысячелетней давности встречаются фигуры и изображения, точь-в-точь повторяющие современные сверхзвуковые самолеты. 3000 лет назад между Древним Египтом и Южной Америкой существовало воздушное сообщение. Причем это были самолеты на реактивной тяге. К такому сенсационному выводу пришли ученые, сопоставив артефакты, найденные на континентах по разные стороны Атлантики. В складках полотен египетских мумий археологи обнаружили следы табака и даже коки.
Но эти растения существуют только в Южной Америке и больше нигде. Также в древнем южноамериканском тексте говорится о прибытии богов с Востока в неких необычных кораблях или ладьях. Корабли пришельцев, как гласят древние легенды аборигенов Южной Америки, передвигались по воздуху. Они пели протяжно, как красный волк, и падали звездой в небо, оставляя жар 100 костров. Образец этих сверкающих лодок с головой рыбы дошел и до нас. Это так называемый колумбийский самолетик. Золотая фигурка сверхзвукового истребителя. По форме крыла и по форме фюзеляжа можно сказать, что она нацелена на сверхзвуковые скорости. Это специалисты легко увидят это в самой форме. Можно не соглашаться с такой трактовкой, но как быть с похожим описанием небесных колесниц фараонов в Древнем Египте? Доказательства сохранились до наших дней. Это надписи на стенах древнего храма бога Хора в городе Эдфу. Он поднимался в небо на крылатом диске с головой сокола. Как выглядела крылатая машина бога Хора, до недавних пор оставалась загадкой. Нашлась она совершенно случайно в запасниках Каирского национального музея. Вот она, деревянная птица из гробницы фараона Пади-Имена в древнем городе Саккаре. Она сделана как самолет, у нее оперение не животного, не птицы, а оперение летательного аппарата, который сегодня используется в промышленности. Проводились опыты по этой саккарской птице, ее продували в аэродинамической трубе. Это продувание показало прекрасные летные свойства этой саккарской птицы. Возраст поделки, только вдумайтесь, примерно 2500 лет. Материал – сикамора, священное для египтян дерево. По прочности – что-то вроде нашего дуба. На фюзеляже чуть различимы иероглифы – подношение Амону, богу небес. Самое удивительное – строение крыла саккарской птицы. Оно дельтовидное, то есть чуть загнутое назад и вниз. Точно такая же форма крыльев у сверхзвуковых пассажирских самолетов Ту-144 и Конкорда. Египетские фараоны сами не могли построить эти летательные аппараты. Я долгие годы изучала все артефакты по этой проблеме и пришла к выводу, что и у египтян, и у индейцев были контакты с другой, более развитой на тот момент расой. И вот они регулярно на своих самолетах прилетали с Востока. Но кем были эти загадочные авиаторы прошлого? Датировка индийских вед и артефактов, фигур летательных аппаратов, совпадают. 2500 лет до нашей эры. Кроме того, в 150 стихах вед, ригведы, яджурведы, атхарваведы действительно встречаются описания схожих конструкций – воздушных колесниц, летающих без коня. В ведах эти летательные аппараты называют виманы или агнихорты. На них летала только высшая знать. Брахманы, полубоги, высшее просвещенное сословие. Описание. Сверкающий металл, обтекаемые формы, крылья, заслоняющие солнце, рев, с которым они проносились по небу. В самом великом эпосе индийского народа, Махабхарате, говорится, что виманы переносили людей через моря, а некоторые машины даже были оснащены оружием. В царстве Рама были большие и роскошные города, 7 столиц, известные как 7 городов Риши. И вот, согласно древнеиндийским текстам, управители этих городов были виманы. И города эти были разрушены в результате войны виманов. Считается, что именно после этой битвы виманы исчезли. По версии исследователя Ивана Шабанова, они могли быть затоплены в Индийском океане, а все чертежи и технологии постройки скрыты. Знания о виманах старательно стирались из памяти человечества. Но благодаря мифам и легендам сведения все-таки дошли до наших дней. Индийский император Ашока был первым в истории, кто захотел узнать тайну виманов. В 3 веке до нашей эры он организовал тайное общество 9 неизвестных, куда вошли лучшие умы Индии. Они изучали древние источники в поисках сведений о самолетах.
Результатом их трудов стал сборник из 9 томов «Секреты гравитации», который был бесследно утерян. Впрочем, некоторые историки полагают, что ценнейший трактат до сих пор бдительно хранится в одном из пещерных монастырей в Тибете. Колыбелью зарождения жизни на планете был вулкан. Сенсационное заявление сделали австралийские ученые. По мнению исследователей, первый микроорганизм появился не в океане, как считает официальная наука. Основой всего на Земле была одноклеточная бактерия. Чарльз Дарвин выдвинул гипотезу, что она образовалась в луже. Австралийские ученые предположили, что местом ее зарождения стал вулкан, а точнее территория горячих гейзеров. Как это открытие отразится на современной науке? И какое значение это имеет для человечества? Геологи провели масштабные раскопки на западе Австралии, где залегают породы уникальной формации Дрессер. Они сформировались 3,5 миллиарда лет назад. В те времена этот регион был одним из самых мощных очагов вулканической деятельности на Земле. Следы жизни были обнаружены в гейзеритах – горных породах, образующихся в воде гейзеров и горячих источников. Через покрытие образцов породы мы смогли идентифицировать эти микроископаемые как старейшие микроископаемые на Земле. Их диаметр составляет половину толщины человеческого волоса – около полумиллиметра. В гейзеритах биологи нашли отпечатки микробов, точнее, периты и минералы – мельчайшие частицы, которые образуются только внутри микроба или в результате его жизнедеятельности. Кроме этого, были найдены следы пузырьков газа. По мнению ученых, их удивительное открытие доказывает, что гейзеры и вулканы могли стать колыбелью жизни на Земле. Возраст этих гейзеритов около 3,5 миллиардов лет. А некоторые ученые считают, что даже больше 4 миллиардов. Эти породы в основном состоят из кремния и фенотипа. И раньше их находили только в океанах или на береговой линии. Когда я увидел их на Земле, я решил обязательно провести исследование этих уникальных образцов. Принято считать, что первые микроорганизмы появились в океане 3,5 миллиарда лет назад, а Землю заселили спустя еще миллиард лет после своего зарождения. О том, что эти утверждения ошибочны, впервые сказал Чарльз Дарвин. Он считал, что жизнь зародилась в теплом маленьком пруду, а не в океане. Возможно, впервые в истории австралийские ученые сумели доказать, что Дарвин был недалек от истины. Однако их открытие пока не получило общемирового научного признания. В каком-то вулканическом озере, где много вот этих аминокислот, каких-то высокомолекулярных соединений, ну, что-то как-то где-то завелась это. Но она там развиваться не могла. То есть их вот эта идея противоречит, ну, всей нашей биологической истории, которая создавала палеонтологию. Свою теорию австралийцы готовы подкрепить фактами. Как показали исследования, жерла гейзеров и вулканов, в отличие от океанов, являются идеальным местом для возникновения простейших бактерий. Дело в том, что в воде гейзеров присутствуют такие важные элементы, как бор и азот. Идеальная среда для развития микроорганизмов. Кстати, в океане таких элементов крайне мало. Если жизнь на Земле смогла зародиться на столь раннем этапе ее развития, то подобный сценарий вполне мог случиться и на любой другой планете Солнечной системы. А значит, вполне допустимо, что мы не одиноки во Вселенной. Если предположения ученых подтвердятся, то первым претендентом на заселение окажется наш сосед Марс. В 2007 году на Красной планете были обнаружены следы горячих источников, а значит, есть вероятность, что в них, как и на Земле, могут возникнуть микроорганизмы. Сотрудники НАСА проверят теорию полой Земли на Марсе. В 40-х годах прошлого века в Германии нацистскими учеными из оккультного института Анненербе была исследована теория о цивилизации, живущей внутри планеты. Они выдвинули предположение, что под Землей существует форма разумной жизни. Официальная наука отвергла эту гипотезу. Но вот прошло 70 лет, и она стала основой для поиска внеземной жизни. Что же произошло? Ученые НАСА сообщили, высадка экспедиции на Марс произойдет через 18 лет. Именно в 2035 году расстояние между Красной планетой и Землей сократится до минимума. Это позволит астронавтам быстрее достичь цели и, наконец, ответить на главный вопрос – есть ли жизнь на Марсе?
Но что нас ждет на Красной планете? И что, если иные формы жизни, которые мы так отчаянно ищем в космосе, на самом деле находятся буквально у нас под ногами? Дело в том, что великие литераторы и различные люди творческого труда первыми пытались доказать, что существует подземный мир. Не случайно все это было, потому что людей постоянно волновало то, что происходит под нами. А там наверняка что-то происходило и происходит до сих пор. Это звучит невероятно, ведь мы помним строение Земли из школьной программы. Под корой нашей планеты находится мантия, раскаленная огненная лава, которая извергается на поверхность через жерло вулканов. Внутри планеты ядро. А что, если в действительности все совсем не так? И на самом деле наша Земля полая. Литосфера, которая включает земную кору и верхнюю часть мантии, до глубины даже доходит около 1000 километров, на самом деле испещрена, как швейцарский сыр, системой подземных полостей, системой туннелей. И именно в этих туннелях находятся какие-то представители другой формы жизни. В 1998 году спелеологи обнаружили пещерный город Чуфут-Кале рядом с Бахчисараем. Особенно их поразил колодец Тикую. Длина его гидротехнической системы была около 120 метров. Только представьте себе, это примерно как небоскреб в 40 этажей. Но кто и зачем его построил? Его сама конструкция очень похожа на какое-то убежище. Либо вход, да, в какие-то ходы, которые уходят дальше. При нападении врагов на Бахчисарай его использовали для тайной транспортировки воды в город. Но ученые подозревают, что Тик-Кую – это тот самый вход в потайной тоннель, который ведет на Кавказ, в пещеру Хара-Хора. Оказывается, есть литература, что по нему можно пройти на Кавказ, по нему можно пройти на территорию Украины, по подземным этим лабиринтам. Таинственную пещеру небывалой глубины в июне 2015 года обнаружил известный кабардинский спелеолог Артур Жемухов. Работать пришлось около 3 месяцев, где-то... Около десятка спусков занял только вот этот переход. Он оказался самым тяжелым из всей линии шахты. Исследователь не сомневался, это шахта рукотворная. Она сложена из гладко вытесанных и идеально подогнанных друг к другу каменных блоков и напоминает гигантский вентиляционный короб. Удивительно, но ученым до сих пор не удалось измерить глубину Хара-Хоры. Первооткрыватель пещеры Артур Жемухов погиб при загадочных обстоятельствах. Незадолго до смерти спелеолог объявил, что стоит на пороге грандиозного открытия. Основной целью этого поиска – найти зал знаний, который находится под землей. Возможно, что мы имеем дело со входом в подземный мир. Ученые обнаружили, что подобными подземными тоннелями пронизана вся Европа. Они простираются от Шотландии до Турции, и им не менее 12 тысяч лет. Тоннели сравнительно узкие, около 70 сантиметров в ширину. Этого достаточно, чтобы в них мог передвигаться человек. Иногда исследователям встречаются маленькие комнаты, наподобие камер для хранения припасов и даже места для отдыха. Последовательно идут такие вот круглые отверстия, из одного в другой этаж можно пройти, и высота примерно 80 сантиметров. То есть там можно ходить только даже не на коленках, а чуть ли не ползти в этом городе. В 2004 году на раскопках в Индонезии ученые обнаружили скелеты людей ростом не выше 90 сантиметров. Радиоуглеродный анализ показал возраст захоронений – примерно 13 тысяч лет. Поселения карликов находили и в России. Их жилища-тоннели в основном сосредоточены на Урале и в Сибири. Что это за создание, исследователи гадают по сей день. Недавно совершенно близ Констанции, это известный порт на Черном море, была вот открыта эта пещера. Подземная, подземный такой грот, побывав в котором, ученые просто с удивлением обнаружили замкнутую экосистему, то есть целый набор эндемичных, то есть только местных животных. Эта находка натолкнула ученых на мысль о существовании жизни и глубоко под землей. Возможно, там, куда не пробивается свет и слишком мало кислорода, существует совершенно иной, отличный от нашего мир, со своими животными, растениями и даже человекоподобными существами. То есть там люди, ушедшие
вот Землю в прямом смысле слова, они могли создать такой вот закрытый цикл жизни, который позволял им даже без выхода на солнечный свет существовать там. Пока это всего лишь гипотеза, которая имеет лишь косвенные доказательства. Организовать экспедицию к центру Земли на данном этапе человечество не в состоянии. Однако известно, что многочисленные кратеры и подземные пустоты неизвестного происхождения могут быть на Марсе. И, возможно, космические исследования помогут нам разгадать секреты нашей планеты. Далее в программе эксклюзивное видео самой закрытой зоны главной христианской святыни. Подземная часть храма Господня. Как российскому исследователю Елене Шелевинской удалось заглянуть в секретные тоннели под Храмовой горой? Пророк Захарий сказал, что Мессия пришел именно отсюда. Какие бесценные артефакты скрыты в подвалах Древнего Иерусалима? И откуда, по мнению хранителей веры, в действительности пришел Мессия? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Только на РЕН-ТВ. Российские ученые Елена Шелевинская уверены, что знает, где находится знаменитая чаша Святого Грааля. Артефакт ищут по всему свету со времен Средневековья. Сосуду, из которого причастился сам Христос во время Тайной Вечери, и в которой святой Иосиф Аримафейский собрал его кровь после распятия, приписывают различные магические свойства. Но для верующих это в первую очередь одна из важнейших святынь христианского мира. Так где же все это время скрывали одно из главных доказательств жизни Христа? И самое важное, кто это делал? В поисках ответа на этот вопрос исследователи отправились туда, где в непрошенных гостей стреляют на поражение, в подземелье Древнего Иерусалима. Изучив древние архивы, исследователи пришли к выводу, что чашу Грааля нужно искать в подземельях Храмовой горы. Вот только где именно? Часть подземных коммуникаций строго засекречена и закрыта не только для туристов, но даже для ученых. Есть некоторые части подземелья, в которые нереально попасть. Они охраняются очень строго под страхом расстрела. Но мне удалось там побывать благодаря моим друзьям, которые имеют туда доступ. Эксклюзивное видео из личного архива Шелевинской. Впервые за много лет удалось снять подземные тоннели Храмовой горы, скрытые от посторонних глаз. Проводником в закрытую зону стал хранитель ключей подземелья Храмовой горы. Мужчина попросил не называть его имени, но раскрыл российскому исследователю сакральную тайну. Показал место, откуда в будущем придет Мессия. Пророк Захарий сказал, что Мессия пришел именно отсюда, и все мертвые поднимутся и пойдут за ним. Затем Мессия войдет в храм, и настанет судный день. По словам проводника, в самых засекреченных подвалах Храмовой горы хранится множество артефактов. Один из них – колыбель Иисуса Христа. Увидеть реликвию своими глазами ученому не позволили. Но исследователь Елена Шелевинская допускает, что колыбель вполне может храниться в подземельях. И даже, возможно, именно она и есть священный Грааль. Может быть, святым Граалем считается место рождения Иисуса Христа или часть предметов, которые его окружали – колыбель, игрушки, одежда. Хотя и считается, что колыбель хранится в Риме, и, может быть, часть колыбели хранится все-таки в Иерусалиме, в месте, где родился Иисус. Историки установили, что легенды о Граале появились в средневековых текстах во второй половине XII века. Интересное совпадение. Именно тогда на стенах византийских храмов стали изображать необычный религиозный сюжет. Младенец Иисус отдает себя в жертву, превращая свое тело и кровь в спасительную пищу, хлеб и вино. Это изображение было найдено в храме Иоанна Крестителя в Междуречье. Подробно изучив артефакт, историки выдвинули предположение, что святым Граалем может оказаться окрашенная кровью колыбель Христа. Основной сюжет этой истории состоит в том, что Иисус говорит о этой чаше, что «пейте из нее, ибо это кровь моя», в ней кровь моя.
Многие современные ученые считают, что чаша Грааля – это метафора, которую не стоит воспринимать дословно. Эту точку зрения разделяли и средневековые авторы. Так, например, поэт Вольфрам фон Эшенбах в своей поэме «Парцефаль» писал, что Грааль – это волшебный камень. Писатель подчеркивал, что эту информацию он не выдумал, а отыскал в древних восточных манускриптах. Грааль во многих историях – это камень. Камень, который наделяется, как и чаша, некоторыми необычными способностями исцелять болезни, даровать бессмертие. Если мы будем вспоминать о тех историях, где Грааль фигурирует как камень Грааль, то здесь явные параллели с другим известным сюжетом, с философским камнем алхимиков. Пока весь мир гадает, что такое священный Грааль, служители Триерского собора утверждают, что уже обладают бесценным артефактом. Хитон Иисуса, который хранится в храме, по словам священнослужителей, был надет на него во время распятия. В небольшой город Триер его якобы привезла сама святая Елена, мать Константина Великого. Хитон погружен в силиконовый консервант, поэтому сделать его радиоуглеродный анализ и определить подлинность невозможно. Тем не менее, реликвия привлекает миллионы паломников ежедневно. Существует гипотеза, что святой Грааль – это некая личная вещь Иисуса. В октябре 2016 года археологи вскрыли гроб Господень в Иерусалиме. Елена Шелевинская допускает, что одной из причин реставрационных работ был поиск святого Грааля. И, возможно, реликвия действительно была найдена. По словам моих друзей и коллег, которые присутствовали в момент скрытия, они сказали, что они слышали необыкновенно мощную волну. Очаг этой волны, предположительно, был из гроба Господня, из места вскрытия. И в момент звука, который пошел оттуда, близко стоящие люди на время впали в транс, и некоторые даже потеряли слух. Наш мир полон тайн, и каждый раскрытый секрет приближает нас к истине. Давайте идти по этому пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин, и это были «Загадки человечества».